Группа специалистов Елабужского института КФУ разработала уникальный проект студии авторских подарков «Сувенир ИТФ». Он был создан с целью демонстрации профессиональных возможностей студентов инженерно-технологического факультета, осуществления их творческого поиска и мастерства, а также оказания помощи мастерам в реализации работ. Все изделия привлекают внимание красотой естественного рисунка, неповторимостью текстуры и долговечностью. Интернет-площадка с ярким интерфейсом, разработанная по технологии лендинг, позволяет получить всю необходимую информацию на одной странице. На сайте представлены учебные работы студентов по различным видам декоративно-прикладного искусства, таким как мозаика, холодный ватик и также точечная роспись. Вот, например, студенческая работа по технике мозаика. Очень кропотливая, сложная работа. Студенты с удовольствием занимаются, работают, даже во внеурочное время приходят, доделывают. И получаются вот такие интересные проекты. На интернет-портале есть сведения о студии, его кураторах, идейных вдохновителях, об ассортименте продукции, возможности индивидуального заказа, а также условиях доставки и оплаты. Благодаря созданию данной площадки любой посетитель сайта получит возможность познакомиться с творчеством современных мастеров, приобрести понравившиеся изделия ручной работы, оформить индивидуальный заказ на изготовление эксклюзивного изделия. Это и стилизация под народные промыслы и новейшие техники создания сувениров, а также торжественные портреты и добрые карикатуры. Часть средств от реализации изделий будут направлены на счет благотворительных фондов. Кураторы проекта уверены, что этот сайт будет интересен не только профессиональным художникам, но и всем любителям творчества и ручных изделий. Диана Шилова, Динара Алмагамбетова, Айдар Салихов, Универньюз.